Республиканская студенческая весна уже много-много десятилетий шагает по вузам Республики Татарстан. Сегодня мы увидели, какое огромное количество талантливых ребят проявляют себя и на этой сцене, и на сцене вузов нашей республики. Студенческая весна – традиционно большое событие для всех студентов. В этом году гала-концерт прошел в культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета «Уникс», где были представлены номера творческих коллективов разных вузов. Студенты удивляли вокалом, хореографией и актерским мастерством, что позволило им проявить свои таланты. Победители фестиваля представят республику на всероссийском конкурсе в Перми, который пройдет в конце мая – начале июня. Драться в таком случае! Показ программы концерта начался с театральных представлений. Также были представлены номера по направлениям вокал, хореография, инструментальная, медиа, видео, арт и другим. Первыми были студенты Казанского национального исследовательского технологического университета с зарисовкой о жизни офисного работника, который вспоминает свои студенческие годы и осознает ошибки. Во второй половине программы выступали творческие коллективы вузов, а после проходило награждение призеров и победителей фестиваля. По результатам общего зачета первое место занял Казанский федеральный университет, второе место ушло Казанскому государственному энергетическому университету и на третьем месте расположился Казанский национальный исследовательский технический университет. Гран-при взял Казанский национальный исследовательский технологический университет. Вообще, хотел бы сказать огромное спасибо тем ребятам, которые прямо сейчас выходили из-за кулис и прямо сейчас стоят сзади. Ну, на самом деле, они всегда впереди. И вот хочется сказать им большое спасибо за их колоссальный труд. Это месяцы репетиции, это время, это силы, это энергия, это слезы. Поэтому давайте отдадим им дань и поаплодируем этим ребятам за то, что они устроили такой большой по-настоящему праздник. И, конечно, хочется сказать, что проигравших не бывает, и каждый здесь находящийся, он уже победитель. Поэтому Бигзур Ахмат, большое спасибо. Жанна Касимова, Аделина Абдрахманова, Универньюз.